Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале, где каждый день мы рассказываем обо всем, что происходит в мире знаменитостей и звезд. Не забывайте подписываться, свежие ролики каждый день. Всем нам не хочется верить в новость, которая пришла сегодня из Москвы. К огромному сожалению, в молодом возрасте ушел яркий, талантливый артист. Человек, который еще так многое мог бы сделать для российской и мировой сцены, если бы не тяжелая болезнь. Напомним, в последнее время подобные новости приходят о самых разных людях из мира звезд и знаменитостей. Здесь и актеры, которых зрители видели еще в советских фильмах, и артисты, которые только-только начинали свой творческий путь. К сожалению, сегодня мы говорим прощай человеку, который к своим 40 годам успел сделать очень много для российского мира музыки. Но сегодня пришла весть о его уходе. К огромному сожалению, мы прощаемся с Максимом Галстяном. Широкой публике он, конечно же, запомнился как гитарист группы «Тату», который выступал с ними на многих концертах, появлялся в клипах и, по сути, был частью этого творческого коллектива. Однако сам же артист больше тяготел к своей собственной музыке, которую писал с 90-х годов и которая пользовалась огромной популярностью в мире рока. Он создал группу ИФК, которую любили поклонники не самой популярной музыки. Его ценили и коллеги по сцене, и близкие люди, которые говорили, что это очень добрый и порядочный человек. И вот, к сожалению, сегодня мы вынуждены с ним проститься. Это огромная потеря для каждого. Дорогие зрители, берегите себя, подписывайтесь на канал, и пусть все невзгоды обойдут стороной.